Я сейчас возвращаюсь к вашей умственной способности. Вы мне тут говорили песни, которые для этого сборника. Песни, которые могли бы быть актуальны сегодня. Вот вы сказали, ваш папа, твой папа фашист. Телевизор. Еще какие-нибудь есть? По одному. Песни, которые актуальны сегодня, которые так же, вот как в СССР, сегодня могут также отражать, ну, протест, недовольство тем, что происходит. То есть, папа фашист полностью подходит. Пожалуйста, по одному, я записываю. Значит, так, по одному на ансамбль. Рыбнёс головой тоже с борзителем. Истребитель? Как, вы знаете эту песню? Подходит? Какого она года? 95-го. Ну вот, она 80-го. Так, принимаю. Перестройка, восточный синдром. А у нас еще перестройка новая не началась пока, так что это преждевременно. Подожди секундочку. Да. Перестройка. Все, восточный синдром, я записываю. Так, а ты мил? Отлюбил? А что за коллектив? Ну это они тут, наверное, они сегодня в программе так пишут. Актуальная песня «Нефть ушла от нас». У кого? Ну все, ну по одной песне с коллектива пока собираем. Еще кто? Чего? А? Здоровые вещи? Кто? Значит так, еще раз говорю, песня «Аукцион» уже занесена в реестр по одной из альбома, по одной из коллектива. Нет. Здоровые вещи. Какого она года? Сейчас у нас медведевские женщины. Ну как старючий, для кого-то старючий 90, а наверное, еще в СССР. Еще до. Какого года? Значит, как она называется? Розовый балет. А как она сейчас соотносится с тем, что сейчас происходит? Что, ожидается еще взрывы какие-то, как на Чернобыле? Так, еще есть? Я все записываю. Высоцкий? Дискриминирую, но сама идея, чтобы вот известные группы, желательно, что еще где-то они живы, по крайней мере. И еще давайте. Ну все. Значит так, я предлагаю вам, что я еще тут буду появляться. Вы тогда продолжаете этот свой брейнсторм. Чего давай?